Всем привет! Вы на канале Quincy May, и сегодня мы приехали в Zara, покажем вам ассортимент магазина. Давайте, поехали с нами. Сейчас будем заходить в Zara. Вот смотри, допустим, с кроликом стоит 90 рублей. Стикеры. Дальше. Тоже стикеры. Блокнотик. 90 рублей. 90. Блокнотик. Котейка такой. Его не открыть. Что блокнотик, сколько стоит, непонятно. Пенальчики. Пушистый пенал. Такой пенальчик стоит 400 рублей. Вот такой прозрачный. Прикольный, с мягкой. Милашный стоит 300 рублей. Тут куча. Ну, всяких разных. Такой. Вот тут тоже куча. Разные всякие. Блестящие. Такой. Подушки. Все такое красивое. Бомбочки. Да, вот бомбочки для ванны. Какие-то разные ручки. Какие-то ручки разноцветные с котиками. Смотри, какие ластики. Какие разные ластики. Вот набор типа фастфуд. Стоит 19 рублей. Линейки красивые. Куча разных корректоров. Мини-корректор. Вот смотрите, какой малыш. А сколько стоит? 55 рублей. Кстати, не маленький. Целый стенд. Достаточно. Вот смотри, конфета. Классно. Всякое разное. Подушка. Вот держатель. Смотрите, классно. Мышка. Ну и всякие тут разные. Коробочка. А это что такое? Вау, это песочные часы. Игрушки. Классные игрушки. Игрушка. Вот смотрите, пигмененок. Стоит 490 рублей. Часы классные, светильники. Большой выбор декоративных скотчей. Смотри, такой маленький, 250 стоит наборчик. Вот такой котейка, смотрите, 100 рублей. Всякие разные, смотрите, боже, гламурные, смайл всякие. Классные. Дальше вот маленький тоже можно мини купить наборчик такой. Стоит 240 рублей. Красивый план. Ручек. Очень много. Разные ручки. Всякие разные. Ну и цены тоже разные. 90-100 рублей. Всякие милашные. Вот какая-то ручка большая, розовая. Классненькие. Брелочки. Прощёлочки разные. Всякая лапка. Такие разные, куча разных. Зеркало. Такие вот, которые закрываются. Тоже прикольненькие. Что вот это? А, это держалки какие-то. Интересные всякие, да, держатели. Держатель, да, наверное, для, не знаю, для зубной щетки, возможно. Ой, а я еще увидела, что тут. Да, а что, это что у нас? Ну, понятно. Такое все красивое. Контейнер пластиковый. Не для чего? Непонятно. Вот еще кусочек пенальчиков. Пенальчики. Такой гламурный пенал. Сколько он стоит? Так, стоит он 450 рублей. Вот такой пенал, смотрите. Боже, он такой маленький. Стоит 350 рублей. А, кстати, тебе не кажется, что это не пенал для... А футляр для очков? Да. Да? Да. Смотрите, какой милашка тут сидит. Милашка, сколько такой стоит?
650 рублей. Смотри, на этой стороне разные. Ланчбокс. Ланчбоксы, да, разные. И... контейнеры для еды, да. Для игрушки. У меня лапки. Это мой ботл, бутылочки для воды. Тоже очень клёвые. Разные бутылочки. Такая вот маленькая. Стоит 500 рублей. Игрушки сверху. Ой. Смотрите, смотри, верит сердечко. Сколько такой? Стоит такой 1119. Класс. Дальше идет. Вот какой-то набор подарочный, мне кажется. Смотрите, фломастер и блокнот. Mm-hmm. Там идет какой-то. Вот еще вот такой поменьше, тоже там две ручки какие-то, стикеры красивые. Такая тут тема розовая. Стенд. Классно. Куча блокнотиков. Смотрите, какие маленькие блокнотики. Вот такой. Классненький. А вот, смотрите, еще милее. Вот такой с девочкой на кнопочке. Класс. Сколько он стоит, интересно? Вот такой. Давай посмотрим. 130 рублей. Mm-hmm. Такой блокнотик. Ну, большие, конечно же. Вот тут еще очень много есть портфелей, игрушек, конечно же. Носки. Вообще, он классный. В таких тонах красивых выполнен. Страдочки. Набор стикеров, блокнотики, тоже что-то интересное. Такие стикеры прикольные. Стоит 100 рублей. Mm-hmm. Классно. Вот еще наклейки. Такие котейки разные. Стикеры. Вот, допустим, смотрите, набор наклеек таких милых стоит 150 рублей. Mm-hmm. Вот сюда. Вот еще очень много пеналов. Ну, тоже разных. Я показывали, по-моему, уже. Да? Да, показывали. Ну, еще раз. Еще стикеры. Ну, и, наверное, все. Будем выходить. Он маленький. Все, выходим. Да.